Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Тристан, и мы продолжаем играть в игру под названием Мафия Онлайн. Как мы видим, сезон у нас кончился, мы опять спустились на нулевой ранг, но при этом у нас сохранилось 14 очков рейтинга. Ну что же, я думаю, что нам надо уже идти, как говорится, по карьерной лестнице дальше. И тем самым, давайте, знаете, за кого сыграем? За кого же? А вот давайте сыграем за доктора, поскольку мне просили сыграть за этого персонажа. Говорят, что он вроде такой неплохой, который нализывает путу. Ну, я думаю, что мы, конечно же, втеремся в доверие нашей, как говорится, женщины, которая идет себе домой или выезжает кому-то в дом и всех подряд лекает. Ну, лекает — это немного другое слово, поэтому не буду произносить, потому что меня дети смотрят. Вот. Поэтому касаемо данной ситуации с доктором, совершенно неоднозначный персонаж, хочу вам сказать, потому что, во-первых, не все доктора готовы лечить своих же товарищей, а просто идут и берут, лекают путу. Конечно, опять же, не все. Тут, опять же, зависит от того, у кого какая техника игры, владения данным персонажем. Ну, это во-первых. А во-вторых, касаемо наших перспектив именно с ним, с доктором, я думаю, что мы найдем общий контакт со всеми нашими мирянами, вот, и, естественно, по ситуации, опять же, будем смотреть, как мы будем следить за всеми событиями. Но поскольку у нас счетчик двигается, но игра загрузится совсем не скоро, я думаю, что лучше поставить видео на паузу и подождать, пока это все окончательно загрузится. Итак, дождитесь. Ну что ж, дорогие друзья, игра началась, Робокарась игра началась. Итак, как мы видим, персонажи у нас ровно, так, перейдем сюда, персонажи ровно у нас 12, а это значит, что, правильно, мы с вами сейчас посмотрим, кто есть кто. Итак, дай смотреть. У нас двуликий, адвокат, две мафии, маньяк, доктор, шериф, бессмертный и четыре мирных. Ну что ж, мы с вами пишем. Итак, ну что мы пишем? Мы пишем всем прив. Я МСР. И не буду скрываться ролью, потому что, во-первых, игроков 12, а не 7. А между 12 и 7 это очень большая разница. А во-вторых, при условии, если кто-то будет мною скрываться, у нас есть всегда, как говорится, возможность себя не подставлять. Так, МБР, ником не маф, ником не маф. Ну, окей, посмотрим пока. МБР козёлыч. Блин, я никогда не понимал, почему они всегда так себя называют. Так, шестерка МСР, себя... Так, МБРов не красим, потому что это, ну, странно. Так, двойка почему-то окрашивает всех. МСР фиолетовый, на меня это странно, покрашу в двойку. На самом деле, мне кажется, так делают маньяки. Потому что нельзя, скажем так, себя тупо подставлять. То есть двойка красит всех МСРов. МСР, тройку краш по заданию, говорит семерка. Так, ага. БР, карму убрали. Бес. О, девятка хорош, скрылся сразу. Ну, молодец. Молодой скиллер. Чего? Хрень какая-то. Так, Лина мирная без роли. 8. Что там написалось? 8, да. Да. Корму убрали. Уровень до нуля спустили. Вот так. Так, стоп, тут лишний МБР говорит. А, МСР? Слушай, стоп. 5 говорит, что стоп, тут лишний МСР. Так. Я без, думаю, 9 ман, говорит 7. Так, вот это уже интересно. Что такое Дарт Мамба? Так, ну, во-первых, давайте смотреть.
Так, кто у нас тут МСР есть? Значит, МСР у нас так, да хорош, что спускаться. Давайте я напишу-то так, четверкой. То есть я, шестерка, девятка. Что такое стиллер? Подожди, стоп. Так, стоять. Пять. Пять. Так, МСРов-то три. Как раз. Как раз. Три и... Как раз три. И показали. Так, надо сделать так, чтобы у мамбы были только жевательные конфеты. Да. Кого? А вот тут я в единичку париться не буду. Вы чё это? Во-первых, как мне кажется, десятка максимально странная. Во-первых, представился, что он молодой стиллер. И роль своей не сказал. То есть я считаю, что если человек не говорит сразу свою роль, он тупо себя закапывает. Вот серьезно, ребят. Так, чуть-чуть опять звук. Вот всегда привычка дурная. Забываю все время делать звук тише. Значит, во-первых, давайте смотреть. Так, давайте смотреть по речи. Так, 7 я без, между семеркой и девяткой разурубон. Скорее всего, это разноцветы. Между десяткой и единичкой херня полнейшая. Поэтому мы должны... Так, 12 за баланс? За баланс. Так, ну что, давайте думать. Чё, казним всех? Давайте казним. Чё греха душу таить? Давайте. Ну чё, кто у нас там будет? Ага. Ага. Первый маня. Десятка. Наступает ночь. Фига себе. Весь город Так, ну значит, давайте смотреть. засыпает. Значит, если девятка без, по идее, между шестеркой и Просыпается семеркой... доктор. А, ядрен Доктор мадрен, у нас же пытается путана-то вас нет. спасти. Там ничего, там Это не дело у минус. нас в кармане. Так, ну давайте думать. Мне кажется, по идее... Давайте себя залекаем в первую уж ночь. Доктор И как я засыпает, понял, скорее всего... потратив все свои лекарства. Так, значит, 9 без. Семерка, скорее всего, шер. Шестерка. Опа, точно, прошу прощения. Да, здесь лишний МСР, серьезно. Походу, да, 6 поганец, серьезно. Семерка тупо прикрывает беса. Он говорит, что он бес, значит, скорее всего, это шер. Просыпается. Мирает шестерка. Кто же это? Ух, это да. Не очень хорошо получилось, ладно. Так. Шер. ПС. О, третий чекнутый маф. Шер ПС. О, три кросс. Пасяба. Пасяба. О, три кросс, пасяба. Семь, поганец. Поганец. Не вскрылся. Бесом сразу. Значит, сейчас. Сейчас бьем три, а потом семь. То есть 7 поганец. Ну, ребят, потому что 7 просто тупо сейчас... Та, 3 без баланса. Тут даже 100% не надо тут это... Говорить, городить тут всякую ересь полную. Да, 3 100%, ну да. Я, ты пятерка, я знаю, я уж понял. Ну, в самом-то деле, ну, блин. Как будто я не читаю сообщения. 7 поганец. Ну, настоящий 7 поганец. Он даже меня красным цветом обозначил, а то тут можно говорить. Все. Семерка идет в хрен, как говорится. Тройка поганец, семерка поганец, двойка хрен его знает не поганец, четыре, так ты точно так же. Я точно так же, что именно точно так же? Угу, я точно так же, да ладно, как раз таки Лина сидит. 9,3 баликом. Не верю, что 9 нас без. Шер красава, хоть ПС дал 11, походу Адик говорит двойка. Девять представился сразу на голосовании. Поэтому пока верю девять, что он бес. Ну что, пять, не тупи, двул нашел, нам нужен баланс. Т-т-т, понятно.
Так, значит, смотрите, 12 никаких балансов, только тройку. Ну да, я думаю, что лучше последовательно. Хотя, подождите, стоп. Стоп, 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 стоп. А детка уже начинает потихонечку проявлять себя. Блин. А тройка с алиби. Тройка не верит тройке. Чего? Двойка, ты совсем что ли ку-ку, блин? Вот кукумбра, блин. Ты посмотри на нее, а, кукумбра. Я буду тройку мочить, но все равно я понимаю, что ему дали алиби. И мне кажется, что кто-то из, скорее всего, из плохих товарищей именно ему-то и дал. То есть это девятка, скорее всего, тупо себя просто скатил. Скотина на себя тут, понимаете ли, негативную реакцию, как говорится, присвоить. Потом он такой, типа, говорит, а тройка с алиби, не надо его трогать, ты посмотрите на него, тройка с алиби, тройка с алиби, да, конечно, да, тройка с алиби будет. Ха-ха, дожидались, тройка с алиби, это мафло обычное, да, ха-ха. Наступает ночь. Вот прежде чем Весь какую-то город херню городить, засыпает. нужно думать башкой, что ты делаешь. Просыпается доктор. Злит меня просто девятка, Доктор никчемный абсолютно пытается персонаж. кого-то спасти, Да вы это что там дело рук делать? Да, Германии. блин, конечно. Так, ну что, давайте думать. Беса не лекаем. Бес пусть сам, что называется, выкарабкивается. А я буду лекать 5. Потому Доктор что, во-первых, засыпает. 5. Опять Единственный адекватный персонаж, беспокоит я вас. ему верю. Поэтому мне кажется, по-любому будет тыкать в 5 эти говнари тупые. По названиям вот этим мафиози. Так, ну нам нужно по-любому двул уничтожать. Мне кажется, что скорее всего семерка двул, потому что он тупо прикрылся девяткой, то Город что говорит, что он бес. просыпается. Между девяткой и семеркой точно сурубон. Ну да, меня убили, тут даже, как говорится, думать не надо. Да. Походу я спас пятерку. Пятерка, скорее всего, норм игрок, да? Да, пятерка норм игрок, значит, давайте думать дальше. Так, ну давайте думать все дальше. Значит, девятки верим, пятерки верим, а двойка. Ну, семерка мне не нравится. Семерка тупо себя сдал свои позиции. Ну давайте напишем. Так, значит, 7 и 9 разноцветы. 7 двул, 5 верю, кому там еще можно поверить, 12 такого ничего вроде как бы не сказал, 11 какой-то клич хреновый кинул, и вот двое что-то так же особо, 5 верю, 11 и 12 точные. Так, нет, 11, 12. Так, давайте так. Точка. 2, 11, 12 под вопросом. Конечно, я понимаю, что зря PS я такой кидаю. Просто решил, как говорится, немножко так разъяснение разжевать, что называется. Итак, ну давайте смотреть. Просто 3 и 9 вместе гласят в 11. У меня все, а хотя нет, не все. Поверил, что 5 мир даже. Миры ищет. Так, сейчас двойку говорит 11. Пятерки вчера было алиби, сейчас 5 сносим. Да ладно. Обалдеть. Да. Ну, да мне семерка не нравится, ребят, ну, реально. Мне семерка реально не нравится. Он как-то странно себя ведет по площадке. Не удивлен, чтобы до 11-12 под вопросом. Вот не удивлен Наступает нисколько. ночь. Нас двул. Весь город Но семерка тоже мог засыпает. показаться двулом. Хотя, знаете, мне кажется, это все-таки славный такой адик. Хренадик. Так, ну нам надо.
по-любому гасить или 2, или 7, либо обоих сразу, потому что, скорее всего, между ними полная хренотень происходит. В общем, 2 и 5 разноцвета, 9 и 7 разноцвета. По идее, конечно, можно было бы сказать, что семерка не представился сразу, и по идее, как бы, чтобы это не значило. Да, 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 все-таки пятерка норм игрок, двойка хреновый персонаж. А, одиннадцатый еще, двойка еще выражается. Семерка идет в хрен, что называется. Просто полный, абсолютно безграмотный игрок, который просто тупо представился после основного голосования и сразу в минутно решил такую свою позицию кидать. Значит, я такой нормальный, я такой док, а типа девятки поганец. Хрен-то там, товарищ. Если бы ты сразу представился, было бы, возможно, нам бы сложнее определить и выявить поганца. Ну, поняли, 9 стреляет 5, чтобы меня сделать... Чего, блин? 5 меня топило, 5 меня завет... Чего, блин? Семёрка, ты совсем что долбанулся? Чё ты Семёрка, ты долбанулся? Ты там чего нюхнул-то? Ты там коксу или кокосу нюхнул? Такую херню писать и так спалиться? Это сверхбезумие. Осуждаю. Блин. Девятка норм, ребят. Девятка 100% норм. Семерка просто себя закопала. Еще первую ночь нужно было семерку убирать сразу. Я слил 12, и ты, если ты не вкурил, говорит. Говорит, он семерки, та-та-та. Но для них он не мир, дядь. Почему? Иди нафиг, я сливал тройку с вами. Та-та-та-та. Ну, понятное дело, ребят. Ну, тут понятно. А, он же в десятку, да. А это, да, по-моему, тоже в десятку ходил, да? Но он не представился сразу. Ребят, я не люблю, когда не представляется сразу. Так, ну что, кто там в кого? Так, девятку в двойку. Одиннадцатый в двойку. Хорошо, так. И кто же перед нами? Это мафия, ну это же очевидно, конечно. Так, ну чё? Наступает ночь. Пока что по голосованию мы выигрываем. Засыпает. Адвоката выхода, по сути говоря, нет. Кого оправдать? Он же, по сути, своих же товарищей должен был бы оправдать. Но оправдывать некому, придется себя, как говорится... Хотя, может быть, добиваться будет победы. Нет, семерка адвокат, ребят. Вряд ли. 11-го подставили. 12-й, к сожалению, поганец. Восьмерка норм. Пятерка. То есть самые нормальные персонажи были. Девятка, пятерка, шестерка и восьмерка. 11-й и 12-й был под вопросом, но мы с помощью технологии наличия выявления разноцвета в данной команде все-таки мы выявили и нашли. Просыпаюсь. Так, ну что? Умер игрок номер 8. Кто же это перед нами? Кто же перед нами? Это обычный мирный. Итак, ну что? Я так предполагаю, что все-таки семерка это адвокат. Я думаю, что мы выигрываем. Так, девятка норм игрок. И мы его верили до самого победного конца. Сейчас семерка будет по-любому убеждать 11-го, чтобы тот 11-й кильнул девятку, но я думаю, что 11-й не отступит, поскольку девятка и 11-й в команде уже собрались и кокнули 2. Значит, 100% семерка полный идиот и вылетает пинком под зад под звуки... Да впадло говорить, мне очевидно, что 9 алик, пусть 11-й решает. Когда 2 начал гнать на 7, стало очевидно, где алиби. Все, девятка, хорош! Ты молодец, просто всех порешал, всех на самокил, все. Семерка, так играть и так не краснеть и палиться при этом. Ты меня прости, пожалуйста, но извини, но так за Адика не играют. Потому что если ты взял на себя роль адвоката, то ты должен ее оправдать. И ты не должен вот так вот писать в открытую эти фразы. Ты тупо себя сдаешь. 7, я не люблю, копну, когда... Как у тебя на карточке? Понятно. Так, 2 у вас просто не нашел, так как вы вместе с 2...
Не. У Семерки хорошая попытка оправдаться. Вот серьезно, он себя черняет, но при этом пытается себя белить и подставить все, кроме себя. Но он уже своих, как говорится, кроликов Роджеров поставил. Уже трех кроликов Роджеров, как говорится. Все, вот это отправили. Итак, ну Семерка, я думаю, будет... Да, он будет, да, в девятку, конечно, да. Ну, 11-й, давай. Ну что, ребят, давайте смотреть, кто же перед нами Семерка. Это адвокат. Ну, да, конечно. Семерка ты, адик, какой ты вообще хреново игрок. Хреновый игрок. Ну что, девятка, молодец. Это было понятно. Я уж думал, побежа, говорит Мимарик. 7 в открытую спалился. Надо было кокать еще в первый день. Итак, вы в видосике, ребята. Да, тут даже иного комментария не придумаешь. Как говорится, вот нашли, вот они здесь, как говорится, все вместе с нами. Они такие думают: о, да ладно, мы еще здесь, нифига себе. 4, да пофиг. Ой, обидели. Ой, обиделся, Семёрочка. Меня обидели, не дали выиграть. Не дали адвокату выиграть игру. Да это пофиг, я вообще не знал твой канал, Тристан. Да это твой канал, манал. Ой. Боже мой. Ой, да, четверка. Да, ой, господи, да, четверка. Да, семерка. Ой, блин. Ой, да, семерка. Конечно, ну вы вылечили оба. Ну, адик туп. Ну, соглашусь, да, адик туп, потому что, ну, так в открытую спалился, ну, извини, пожалуйста. Ну, мы тебя до конца терять не будем. Вот так. Ну что, начинаем нашу победную серию с победы в игре за доктора. Итак, баба. Жалко, что не дошли до первого ранга, так хотелось бы. Ну ладно. Ну что ж, дорогие друзья, это была игра «Мафия онлайн». Я думаю, что все рады были видеть данную игру. И, конечно же, давно мы не снимали игры по «Мафии онлайн». Подписчики, которые хотели игру за доктора, получайте прямо здесь и сейчас. Ну что же, большое всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а также пишите в комментариях обзоры, на какие бы игры хотели бы от меня увидеть. Всем большое спасибо. Будьте здоровы, будьте счастливы. Не болейте. Всего доброго. Увидимся. Пока.